В метрической книге церкви Богоявления в Елохове в Москве на дату 19 июня 1799 года по новому стилю, в числе прочих, приходится такая запись. 6 июня. Во дворе коллежского регистратора, у жильца его, майора Сергея Львовича Пушкина, родился сын Александр. Крещен июня 8-го дня. Восприемник граф Артемий Иванович Воронцов, кума, мать означенного Сергея Пушкина, вдова Ольга Васильевна Пушкина. Первый вдох поэта пришелся на праздник Вознесения. Судьбе было угодно осенить Москву великим праздничным звоном колоколов. Звонили во всех церквях, по всей Москве шли молебны в честь появления на свет внучки императора Павла. Так, по случайному совпадению, всеобщее народное ликование пришлось на день рождения великого гения русской литературы Александра Сергеевича Пушкина. Раз я созналась Пушкиным,
Пушкина, что мало читаю. А он мне говорит: послушайте, скажу я вам по секрету, что я читать терпеть не могу. Много не читал, о чем и говорю. Чужой ум меня стесняет. Я такого мнения, что на свете дураков совсем нет. Мне не скучно ни с кем, начиная от будочника и до царя. Никого не знала я умнее Пушкина. Ни Жуковский, ни князь Вяземский спорить с ним не могли. Бывает, забьет их совершенно. Князь Вяземский, которому очень не хотелось, чтоб Пушкин был его умнее, надуется и уж молчит. А Жуковский смеется. Ты, брат Пушкин, черт тебя знает, какой ты. Ведь вот и чувствуешь, что вздор говоришь. А переспорить тебя не умею. Так ты нас обоих, дураки, и записываешь. При имени Пушкина тот час осеняет мысль о русском национальном поэте. В самом деле никто из наших поэтов не выше его и не может более назваться национальным. Это право решительно принадлежит ему. В нем, как будто в лексиконе, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер. Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. Если мы обратимся к сочинениям Пушкина последних лет,
нет жизни, то можно увидеть, как близка великому поэту эта идея, как глубоко Александр Сергеевич познал тщету бренного существования. Пора, мой друг, пора, покоя сердце просит, летят за днями дни, и каждый день уносит частицу бытия, а мы с тобой вдвоем располагаем жить, и глядь, все прах, умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля, давно завидная мечтается мне доля, давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нет. Душа истинного японца всегда жаждет уединения, ибо уединение наполнено красотой тишины. Александр Сергеевич Пушкин прекрасно понимает душу японского народа. Он пишет об уединении, как пристанище творческого духа. Приветствую тебя, пустынный уголок, приют спокойствия, трудов и вдохновенья, где льется дней моих невидимый поток на лоне счастья и забвенья. Я твой, я променял порочный двор Цирцей, роскошные пиры, забавы, заблужденья, на мирный шум дубров, на тишину полей, на праздность вольную, подругу размышления. Японцы много думают о вечном. По-японски фуэки, которая пребывает в стихах Пушкина, как мечта о бессмертии творческого начала. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная трава. Вознесся выше он главою непокорной Александрийского столпа. Нет, весь я не умру, душа в заветной лире мой прах переживет, и тленье убежит, и славен буду я, доколь в подлунном мире жив будет хоть один бит. Слух обо мне пройдет по всей Руси великой, и назовет меня всяк сущий в ней язык, и гордый внук славян, и фин, и ныне дикой тунгус, и вдруг и друг степей калмык. И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что у мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал. Как сказал однажды наш возлюбленный японский поэт Васё, звезды в небесах, о, какие светлые, о, как высоко! Абебе, столица Эфиопии. Журналист подходит к первому попавшемуся торговцу фруктами. Послушай, а ты вообще знаешь, кто такой Пушкин? Эфиопский торговец призадумался. Затем его лицо озарила широкая улыбка. Вспомнил: Пушкин, русский парень, родился у нас в Адис-Абебе. Держи, вкусно! Да что там простые эфиопы? Что там торговцы фруктами? Даже образованные люди, и те говорят: Пушкин родился в Адис-Абебе, а потом эмигрировал в Москву. Улыбается доктор наук Амбарил, переводчик Пушкина. И действительно, согласно опросам, 95% граждан Эфиопии считают, что место рождения великого поэта именно в Африке. Хотя на самом деле Эфиопия – родина лишь прадеда Пушкина, Авраама Петровича Ганнибала, араба Петра Великого. Авраам появился на свет в 1697 году на севере страны, возле местечка Лаган.
в семье князя. В 6-летнем возрасте ребенок был похищен во время набега турок, после чего его купил на невольничном рынке русский посол в Турции Сава Рогусинский для подарка царю. После чего Петр I крестил мальчика, а тот стал его любимцем. Впоследствии дослужившись до звания генерал-аншефа Российской империи. А вот уже внучка араба Надежда Осиповна Ганнибал стала матерью Пушкина. Эфиопский кинорежиссер Берхан Ушиберу, который переводил стихи Пушкина на главный язык Эфиопии амхарский, признается. По-русски стихи звучат лучше. Как бы то ни было, даже эфиопы понимают. Пушкин – великий поэт. Прочтешь их женщине, я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. И она тут же растает, как льдинка в бокале под жарким африканским солнцем. В Адис-Абебе имеется и площадь Пушкина. Также там стоит бронзовый памятник поэту возле Национального музея. Вот уже длительное время Пушкин является объектом политического конфликта, рассказывает нам сотрудник Национального музея Георгис Дитту. Дело в том, что местечко Лагон и речка Мареб, на берегах которой родился Ганнибал, стала границей Эфиопии с новым государством Эритрея. Тамошние культурные деятели заявили, что Пушкин – их соотечественник. Ситуация обострилась, когда наш министр культуры сделал заявление. Мы не позволим менять Пушкину паспорт. Недавно в столице Эритреи Асмера поставили свой памятник Пушкину. Эфиопы были разгневаны. У нас отбирают право называться родиной великого поэта. Российский центр культуры и науки в Адис-Абебе открыл курс русского языка для эфиопских детей и юношества. 19-летний студент из Адис-Абебы точно прекрасно знает русский язык. Он учил могучий и великий целых 2 года. Люди в Эфиопии, признается он, воспринимают Пушкина только как поэта. Моя бабушка вообще считает, что Пушкин – русский святой. В любом случае, эритрейцам мы Сашу не отдадим. Придет ли час моей свободы? Пора, пора, взываю к ней. Брожу над морем, жду погоды, маню ветрила кораблей. Под ризой бурь, с волнами споря, по вольному распутью моря. Когда ж начну я вольный бег? Пора покинуть скучный брег, мне неприязненной стихии, и средь полуденных зыбей под небом Африки моей вздыхать о сумрачной России, где я страдал, где я любил, где сердце я похоронил. Деревни, где Петра любимец, царей, цариц, любимый раб, и их забытый однодомец, скрывался прадед мой араб. Где, позабыв елисаветы, дома, пышные обеты, под сенью липовых аллей, под небом Африки своей, он думал в охлажденные леты о дальней Африке своей. Одну книгу. Пушкин-то певец был, весенной наблюдатель, книгам сказатель, грамоты списатель, землю как цветами, стихами украсил. Он братья велик, острота ума нелюдска была. Книги писал, слово к слову преподал, крепко думал, разум, стихи работал и радовал.
Пушкина книги целовал и к сердцу прижимал. Пушкин то пусты книги наполнил, неустроенную речь устроил, несвершенно свершил. Теперешние писатели от Пушкина взялись да пошли. Родился умной, постатной, разумом быстрой, взором острой, всех светле видел. А род-то давнишный, он туруплен. Как так? Это роду черных людей. А закону греческого? Вот ведь! Я его карточку ночи две продержала. Высокой, тоненькой, все бы пел да веселился. Уж кто у нас на пенеге эко пишет? Я куня то Голуков. Только Пушкин-то по Русее будет. Отруком-то читал много и часто. Всякую грамоту навык, иноземскую и русскую. Рубят-то у нас усе пути. А он с каждым-то заговорит, каждому тому, что надо, скажет. Люди-то дивятся, что уж этот Саша. Год бы с ним шел, дослушал. Возрастом поспел то рано. Красивенькой, пряненькой такой. Ему только песни петь, да у грамоты сядеть. У его молодость широка была. И к женскому полу подпадывал. И это умел не худо. Долго молодцевал то, долго бродил по подругам. Но не на 17-м году девушка. Пушкин курил ли? Не курил? Не курил. Выпивать выпивал. А не курил. Нет его на портретах ни с трубкою, ни с папироскою. Не помню, что еще проказывал мальчишечкой. Не бывало от сотворения, чтобы таки многолюдны книги в такой короткой век то служил. Век короткой, да разум быстрой. Годы молоды, да ум тысячелетний. У другого человека ум никуда не ходит, на спокое стоит. У Пушкина как стрела, как птица ум то. Что люди помыслят, то он делом сотворит. В его стихах как ветер столь быстрой. Вот так птица поет. Забудешь, ел ли, пил ли. У других писателей колосина, мякина и зерно в одно место. У Пушкина хлеб частой. Он многих людей в грамоту завел. В каждом доме Пушкин всем сердце веселит. Речью своей, письмом. В его стихах, как вешняя вода, его письма нету конца. Сотворена река, она все течет, как Пушкин. Землю он посадил, да напоил. Что на свете есть, у него все поется. Пушкин с ласковым словом приходил. Сын дню, дитя свету. Yeah.
На берегу пустынных волн стоял он дум великих полн и вдаль глядел. Пред ним широко река неслася, бедный челн по ней стремился одиноко. По мшистым топким берегам чернели избы здесь и там, приют убогого чухонца. И лес неведомый лучам в тумане спрятанного солнца кругом шумел. И думал он: «Отсель грозить мы будем шведу! Здесь будет город заложен на зло надменному соседу! Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно! Ногою твердой стать при море, сюда по новым им волнам! Все флаги в гости будут к нам, и запируем на просторе! Люблю тебя, Петра творенье, люблю твой строгий, стройный вид, невыдержавное течение, береговой ее гранит, твоих оград узор чугунный, твоих задумчивых ночей прозрачный сумрак, блеск безлунный, когда я в комнате своей пишу, читаю без лампады, и ясны спящие громады пустынных улиц, и светла адмиралтейская игла.